Привет всем любителям техники! Сегодняшнее видео будет про то, как проверить состояние аккумулятора на телефонах Xiaomi, Redmi или Poco. Покупаете вы телефон бэушный с рук или давно владеете своим, хотите узнать эту информацию, насколько хватит вашего еще аккумулятора, как долго вам еще он прослужит. Во всем этом вам поможет инженерное меню, вход в который можно получить, набрав следующую комбинацию. Итак, внимательно смотрим, нажимаем звездочка решетка 6485, решетка звездочка. После нажатия этой комбинации вы попадаете в инженерное меню. У каждого телефона оно может немножко отличаться, но основные параметры должны присутствовать. Итак, внимательно смотрим, объясняя, какое значение что вам будет говорить. Итак, первое значение, вот это MB20, у меня значение 66, это значит, что в данный момент телефон заряжен на 66%. Следующее значение MB, это у нас значение показывает напряжение аккумулятора в данный момент в вольтах. Значение MB06, вот английская надпись good, это обозначает состояние батареи в данный момент, что оно хорошее, а может быть и плохое, может быть отличное. И важные параметры — это MF05 и MF06. Эти параметры показывают у нас, MF05 это какая сейчас фактическая емкость вашей батареи. Поскольку телефон у вас не новый, естественно, емкость уменьшилась, меньше держит батарея. И, соответственно, это очень важный фактор. Вы заряжаете до 100% и смотрите этот параметр, насколько ваша батарея теперь может держать. А MF06 – это изначальная емкость батареи, какая она была при покупке. Таким образом, вы видите разницу, насколько ваша батарея просела. Так что, друзья, надеюсь, мое видео было полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!